очень неплохо. И против них сейчас видели Магнитки. Приходит шайба такими достаточно неисповедимыми путями к защитнику. Магнитогорца, показавшемуся на убойной позиции, тем паче не было какой защитника Виктора Антипе. Поэтому можно считать, что потенциально, наверное, лучший момент, который был у Магнитки. И сразу следом за ним. Практически с той же позиции. Вот только теперь не девятый номер, а десятый. Сергей Мозякин. 1-0. 1-0 в финале ЦСКА Магнитка спустя 3 минуты и 8 секунд. Причем